Приветики, мои дорогие! Мы сейчас с вами будем тестировать вот эти пластинки от PicTu. Такие красавицы. И давно я еще получила, я ее нашла, где-то засеяла, ну как обычно. Вот с лошадками. До такой степени красивуча. Тут негативное пространство очень много. И посмотрим, как это все будет смотреться. Начнем, пожалуй. Возьмем сначала, девочки, вот такую структуру, как бы сказала, да, необычно. Будем делать свотчи, работать будем, как всегда, моим любимым штампом. Николь Дарри. Лула, которому уже 99 тысяч лет в обед. Ну, начнем с... Вот, возьмем старенькие типсики. Видите, у меня подписаны лаки еще. Неважно. Давайте возьмем Лула. Проводим. Наверное, возьмем, давайте такой, чтобы было виднее. Вот этот, наверное, да? Гравировка, как обычно. Ну, PicTu, они молодцы. Это не только я говорю, все это прекрасно знают. Повторяюсь. Эти пластины я посмотрела у Светы Ракоминой. Кто не знает эту девочку, заходите через меня, знакомьтесь. Так, ну, чего я требовалось доказать? Все как всегда. Что не нравится, мы можем сделать вот так. Ну, Лула очень слабая пигментация, но думаю, для показа вам пойдет, чтобы вы главное видели, как работает. Ну, сохнет уже быстро. Дитя. Это он уже высох. Высохла красочка. Красота. Опять это, что не нравится этой каме, опять фокусировка эта долбанная. Так, вот так. Так, дальше. Протирать я буду, наверное, штамп я забыла взять скотч. Протирать я буду немножко его, так, не сильно, чтобы не испортить. Жалко ведь, хорошие штампики, я люблю такие штампики. Так, дальше вход, сейчас пойдет Николь Дарри. Давайте возьмем еще один рисуночек и будем заканчивать с этой пластиной. Забыла сказать номер. J030. Так... Сердечки такие красивые, структурные. Глянем-ка. Забивается отлично. Еле идет шкребок. Смотрите, какая красота. Так. Сейчас мы на типс, наверное, черный. Белой краской. И сердечки. Сердечки такие. Смотрите. Прикольный рисунок, кстати. Смотрите, как поднимается сердечко. Да, вот видите. Поднимается сердечко. Опять фокусировка. Все, сфокусировались. Поднимается сердечко вверх. И все, не могу я сфокусировать камеру. Вот так. Красота. Дальше. Дальше. С этой мы разобрались с пластиной. Давайте теперь номер J025. Возьму-ка я другой материал для стемпинга. Это мне не нравится, его плохо видно. В таком боксике хранятся мои лочки, все, которые у меня есть для стемпинга. Давайте возьмем The Joy. Я их далеко не буду прятать, что там уже старенький, может, из-за этого плохо видно. Так, пожалуй, начнем с... Видите, какая краска? Они свежие у меня очень. Какой взять рисунок? Везде такая красотища, что не знаешь, куда.
в первую очередь. Давайте возьмем вот этот рисуночек. Я его забью сразу лаком. И будем снимать излишек. Так. Ну вот. Красотища. Убираем то, что нам не нужно. И, наверное, черный типс будет виднее. Смотрите, как красиво. Вот, смотрите, как перенеслось. Не знаю, видно вам, не видно. Чуть-чуть вот так вот камеру убрать. Или не камеру, а освещение. Сфокусировал. Слава тебе, Господи. Вот так красиво, девчонки. Ну, вот, что и требовалось доказать. В принципе, для кого секретом не является, как работает пиктью. Так, давайте еще продолжим. Хочу еще взять какой-то треугольник. Вот тут есть необычный такой рисуночек вообще. Так, убираем. Забираем излишечек. Так. Такие тонкие линии. Давайте сюда. Чуть-чуть растягиваем его. Ой, как интересно, девочки, смотрите. Плохо видно, но интересно, девочки. Вот так вот, наверное. Фиг его знает. С этой камерой. Так. Ну, фокусируйся. Так, я уберу освещение чуть-чуть дальше. Кажется, это из-за освещения, вот этой фокусировки и нету. Так. Хорошо. Это была номер. Да, номер. Я как раз вот вижу, что здесь был за номер. J025. Так, давайте не будем, наверное, блестящим лаком, потому что видите, что делается. Проблематично. У меня еще есть вот такой туршугар, но он, правда, очень слабенький. Давайте попробуем. Так, дальше давайте пиктью еще посмотрим. F016. Тоже прикольная. Такая интересная, необычная. Уже боюсь с этим освещением тоже попасть. И еще лошадок протестируем с вами. Так, вензелек. Вот тут такой вензелечек есть. Они слабо пигментированы. Шугар. Видите? Ну, почти ничего не видно. Ну, как бы не видно вообще. Видите? Видно, что рисуночек. Да, оно такое слабо. Еле-еле уловимо рисунок. В общем, как-то никак. Давайте пробовать другой. У меня черного лака нету. Есть старичок, но он расслоенный. Давайте попробуем. Сейчас я его чуть-чуть в чувство проведу. Так. Тоже Николь Дарья. Так. Вот эта висюлька такая интересная. Это висюлечка. Висюлька. Угу. Веселька. Так, убираем то, что нам не нужно. Вот так вот, например, вот так вот сбоку, да, например, так раз. Не допечаталась тут от висульки вот эта штучка. Высохла уже. Смотрите, как красиво, да? Так себе. Что-то у нее получилось не очень. А ну, секундочку, сейчас я посмотрю еще. Сейчас я его сотру. Делаем попытка номер два. Что-то мне не понравилось, девочки. Вроде красиво, но и некрасиво одновременно.
Сейчас я посмотрю еще раз. Вроде подсохло. Ну-ка. Угу. Даже попробуем взять два. Да, я взяла два. О, один сюда, а второй вот сюда. О, вот так. О, ну другое дело. Видите, какая веселька. Красота. Девочки, работает отлично. Что требовалось доказать? Работает хорошо. Вся уже вывозилась. Красивая, прикольная такая пластина. Сейчас я беру отсюда. Забыла скотч. Мучаюсь теперь. Это F016. Бабочка тоже прикольная. Пчелка. Пчелка-пчелща. Вот такие как цветочки снизу, сердечки. Нет, тут хорошая такая пластинка, мне понравилась. Давайте попробуем конники, лошадки с вами. Давайте Пегас. Красавчик такой. Это Ту 209. Что, мне кажется, еще проблемы с моим. Так, давайте. Уберем. Я же говорила, да, что негативное пространство. Вот, посмотрите, как отпечатывает. Да, коник. Мне надо тут типс. Где же возьму типс? Во, ура. Конь такой красивый. Смотрите, как прикольно получается, да? Такой Пегас. Красавчик. Кони вообще изумительные. Это Т-209. Ну-ка, сейчас я еще попробую. Тут можно вот так фрагментально брать, например, не обязательно. Ну, фрагмент какой-то можно взять, например. Я знаю, какой. Вот этот можно, в принципе. Ну. Да, вот так фрагменты и взяли, да? Вот так вот можно печатать лошадки. Лошадки. Лошадочки. Голова где-то наша уехала. Это прикольно получается на заднице с хвостом. Ну так. Так что, девчоночки, рекомендую. Еще раз сейчас вам покажу те пластинки свои. Новенькие. Так. Текстура J030 Pictio. Супер. Вензелечки тут с бабочками. Ну, все как обычно. F016. Ой, вот это моднявая сейчас. J025. Фрагменты с геометрией цветочки. Прикольно. Это тушка с лошадками. Красивые лошади, конечно. Вот сидеть можно часами разглядывать. Честно, настолько красивое животное. Так что вот так, девчонки, вот такое было у меня для вас видео. Тестирование покупочек. Рада была с вами пообщаться, показать, поприкалываться, поржать. Прикольный, да, девочки? Это откуда? Это вот, вот с этой, с 0.25, я что-то ее увидела, такая интересная. Мне вот это нравится разделение, и по-разному так рисуют девочки. У кого руки, конечно, как не у меня, как и задница.
Тут в разные стороны цветы. Видите, как разделила пространство. Прикольно. Чпокнула, не надо тебе полчаса сидеть рисовать, как я, например. Неумейка. Текстура, смотрите. Не, есть на что посмотреть, девчонки. Класс. Рекомендую. Все покупки, ссылочки, как обычно, в описании. Всем пока-пока.